Всех привет и прямо просмотр. Продолжаем мы проходить Рим Товар. И мы захватили прошлых. Я не помню прошлую серию, я слишком долго не записывал на самом деле эту. Вот так бывает, слишком много берешь и все забывается. Ну, просто я еще промежуток дал себе отдохнуть. Вчера у меня еще стрим был, но эта серия будет, я не знаю, когда точности. Потому что мне все по очереди идет, я буду записывать все не по порядку, ну заранее стараюсь, кроме Фифы. Ну, Фифу тоже все, посмотрим, надо было записать. Да, карфагенский дипломат, здесь прям появился у нас. Это не слишком важно для нас. Что я хотел еще сделать? Где у нас вообще есть агент? Он здесь что сидит, этот агент? Да, наш агент здесь сидит, и надо выпустить его отсюда нафиг. Я хочу вот сюда сходить. А, тут у нас... Понятно, мятежников гору. Значит, тут ничего интересного. Нет, значит, сюда идешь. Здесь у нас какая-то армия есть хотя бы. Здесь у нас строительство идет. Здесь у нас уже строительство идет. Тут тоже строительство идет. Тут у нас строительство не идет. Но я только вот это могу построить, что-нибудь такого интересного. Улучшение порядка на название счастья для народа. Улучшение порядка назначения счастья народа улучшает общественный порядок, вызванный законностью. Ну давайте вот это построим. Пускай строительство у нас будет вести. Окей, этот у нас вышел, мы будем пропускать дальше его туда идти. У нас что у нас здесь? Здесь у нас ничего интересного. Это кто такие у нас? Хозяин? Британские. Мне нужно немедленно поговорить. Торговые привилегии. Давайте поторгуемся. Мы принимаем ваше благодарное, великодушное предложение. Окей. Конечно, у немцев есть такая фигня, что они сейчас союзом имеют с галами, которым мы сейчас воюем. Очень жестоко мы с ним будем воевать. Давайте, тут мы уже все сделаем, ну, даже не знаю. Давайте в эту сторону пойдем, посмотрим, что у нас тут вообще-то может быть. Агент у нас пока один. Здесь у нас даже... Нет, у нас тут даже наемник не будет соблюдать в данный момент. Что нам надо сделать? Это слишком... Слишком... слабый для нас. Так, давай тебя берем. Приказы! Император! Император! И выпустим солдат сюда. Вперед! Ходы кончились, господин! Все. Пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет. Ну, против греков, я думаю, мы еще вряд ли будем сражаться. И что у нас такое было, я так не понял. Сейчас мы это узнаем. Сейчас мы это все узнаем. Так, отряд завершен, всадники у нас появились. Это где вообще? Здесь у нас всадники появились, нифига себе. Давайте его объединим сюда. Строительство здесь. Мы ничего давно не можем строительством заниматься. А, ну понятно, у нас никого нету здесь, да? Чтобы строительством заниматься. Давайте потратим все на сельское хозяйство, и я хочу... Очень семьи, правитель? Правитель? А почему это правитель? Что-то я не понял юмора. Не то. Будущий леди фракция. Леди фракция. Не, подожди. А сколько тебе лет? 37. Ваша семья большая. Ее можно господин! Сюда отправить. Вперед! Иди сюда, короче. Они сделаны, господин! Так, строительство господин! Завершено. Совершелетие у нас появился. Вот здесь. Вот он, да? 16-летний. Ты у нашей семьи идешь сюда. Марш! А почему здесь такая непонятная ситуация?
в городе. Давайте зайду я. Почему у нас так высокие налоги? Высокие налоги. Ну окей, строительство у нас ведется. Итоги понятно. Задание Сената провалено, но я никак не мог бы его выполнить, потому что... Ну, пока ничего не упало, но населенный народ у нас тоже низко. Не любит нас, народ тоже. Так, здесь строительство. Кузню можно построить, рынок можно тут построить. Канализацию тут строим. Здесь, ну тут здесь только чисто вот этого, да. Ну да, вот это построим. Все. Так, ты идешь сюда. Иду. Осматриваешь территорию. А мы погнали в город. Заказываем себе. Осаждаем поселение, господин. Две штуки достаточно будет. Ведем в осаду. Поселение в осаде, господин. Вот наша масштабная атака будет. Ну что, пропускаем ход. Больше нам тут делать нечего. Так, лимит проходит, блокировка порта грекам. Блин, хорошее задание, ну я не хочу с греками воевать в данный момент, но мы вряд ли будем с ними воевать. Да, капитан. Да-да, капитан. Годов больше нет, господин. Да-да, капитан. Раз, два, три. Ну, плыви пока сюда. Так, дипломатический свет. Даки, скифы, старые союзы, Македония, дом брутов, союз. Нихуя себе, вот это просто событие, я не ожидал. Так, подготовка гастата у нас готова. Это здесь. У нас тут собаки появились, видно. Солдат 96, опыт 0. Атака, улучшение при штурме 2. Типа оружие легкое. Понятное дело. Стоимость наймы и обслуживание вообще 50, 100, 110. Ой, я собачек, кстати, наймем. А тебе два дня надо их строить. Ёпты, мать. Господин! Все, здесь все нормально. Постройка завершена. Здесь. Больше мы тут строить ничего не можем в данный момент, пока у нас 2000 населенность не будет. Итоги это наши финансы, которые будут скоро плакать, скорее всего. И тут у нас это сделать. Ну ладно. Ну что у нас тут? Штурм. Ну давайте автоматически сделаем. Что тут, блин, атаковать его полностью. И вот тут армия появляется. Рим победил! Так, что у нас тут вообще есть? Пока у нас тут ничего нету, мы только сделаем ремонт. И здесь я вижу, идут солдаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Ну, не особо много. Тут вообще три. Замечательно просто. Да, хозяин. Секретность гарантирована. Это кто это такие вообще у нас? И куда ты, бля, побежал, дурак? Мы не можем сделать это, господин. Бля, пиздец, хуёво. Так, окей, значит, давайте здесь наймем солдат. Да, они нанимаются по помощи населенности. Мы взяли его себе. Здесь пока у нас ничего строиться не идет, но я думаю, скорее всего, будет так. Что тут? А, тут конюшня строится, замечательно просто. Здесь пока у нас ничего такого нету. 19 лет. Ебать, оно, 19 лет. Так, окей. Что у нас по поводу? Пока все нормально.
Это мальчики скоро будут, только вот это что-то не женат, нифига ничего не хочет. Ну, 16 лет еще рановато. Ладно, все. Не будем заморачивать, пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет. Рим большой, там армия стоит, бля. Заебем с ними потом сражаться. Так, пока у них солдаты почему-то стоят на одном месте. Да, хозяин. В пути. Секретность гарантирована. Ищу улики. Мы не можем сделать это, господин. Бля, пиздец. Это кто такие вообще? Вот это варвары, это я знаю. Это что такое? Мятежный город, восстание Ваконты. Вот у них замок, я вижу здесь. А почему этот замок, я знаю. А тут чей? Что может вообще быть? А, карта... Может, картаф... Как его? Блять, забыл. Ну ладно, сейчас. Так, следующие фракции начали воевать друг с другом. Армения против имперских севиквидов. Понт против имперских севиквидов. И пара Порфия против имперских севиквидов. Нихуя там греков. Горных греков ебашит по-страшному будет скоро. Строительство у нас везде построено. Это замечательно. Давайте начнем мы. С этого города, ну только с этого города у нас ничего такого нет. Ну, окей, пока ничего будем строить здесь не будем. Даже здесь можно строительством заняться. Значит, давайте тут сеть хозяйства будем поднимать в данный момент. Переобучение сделаем и наем. Ну, можно наем и здесь сделать. Давайте здесь солдат сюда отправим одного. Здесь пока у нас еще есть. Так, окей, так, здесь строительство мы наняли. Здесь строительство уже есть. Здесь у нас строительства в данный момент нету. Ну тут конюшня построил. Значит, тут рынок, кузня. Давайте построим рынок в данный момент. И наем могу сделать здесь всадников нанять. Пускай тут всадники будут в данный момент. Так, тут у нас теперь. Здесь у нас строительство... Ну, можно вот это, храм Юпитера построить. Ну, я думаю, давайте построим рынок в данный момент. А потом там разберем, что у нас дальше будет у нас строительство вестись. Да, хозяин. Это идет сюда. Господин! Это пока здесь. Пока у нас тут ничего такого нету. Ну, блядь, один нанял, блядь, и получилось так, чего. Так, нельзя добавить этот объект, поскольку в поселении достаточно людей для найма. Вот он и есть этот дебаг, ничего, просто тупо я не могу нанять людей. И наш посол идет сюда. Прогуляемся здесь. Только, скорее всего, у тебя... Благородный хозяин? 36 лет. Ну, вообще нормально, 36 лет. Даже тут рынок построим, у нас мы только надо дипломата можем нанять. Ну понятно. То же самое. Да, тут то же самое. Тут то же самое. Тут вообще ничего не сделать не можем. А вот тут убийцы могу нанимать. Замечательно просто. Все, супер. Пропускаем код. Так, повстанцы походили, все походили. Так, пока римляне, галы не хотят ничего делать. Так, общие сведения у нас тут переработка. Кони появились, так, постройка вот здесь построилась, это замечательно. Так, рынок, площадь обучения. Давайте сначала стенки лучше поставим здесь для полной готовности. Так, объявление. Сведения о вашей семье и где единственный источник римский такого. Так, свадьба у нас. 20 лет женился. И научен семьи. Давайте посмотрим, где, откуда, у кого появилось. У него брат появился. Генеалогическое древо. Это просто замечательно.
Окей, понятно все. Так, 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 будем считать, будем думать и решать. Простите за паузу. Что-то у меня сбой в интернете, но это не повлияет на эту игру вообще никак. 277 мне лет осталось до 50 провинций. Так. Нам сюда надо кого-то поставить. 17 лет, 23. Двадцать, 36. Вот ты подойдешь сюда. Уходим. Ты идешь сюда. Вперед. Так, окей. Идешь сюда. Иду. Иду. А, ух, нихуя, тут убийца у нас. А, это не убийца, это всего лишь это. Короче, дерьмо, помню это, блядь, я забудь, что это не убийца. Убийцы еще данный момент у нас нет вообще. Так, окей. Здесь все замечательно. Мы сюда армию отправляем до конца. Доходим, только он не доходит у нас. Так, ты сюда идешь. Убираем тебе армию. Идешь сюда. Только ты нихуя. Ну, вообще-то ничего интересного нет, но мы можем нанять вот это, наем варваров. Давайте наем варваров. Один отряд, фиг с ним, пускай он будет. И пойдем сюда. Здесь строительство у нас будет вести. Так, это ничего не сделаем. Нанимаем тебя еще здесь. Ты идешь сюда. А, блядь, не то нажимаю я. Так, строительство здесь идет, строительство здесь идет, строительство здесь не идет, потому что у нас здесь населенности нету. Так. Надо смотреть, что у нас. Пропускаем код. Так, состояние войны. Прекратить прекращение огня. Может, перемирие пока? Так, прекращение огня. Они нам прилагают. Вообще-то можно временно прекратить огонь. Пока восстановиться, укрепиться. Не прям так рваться. Там еще со мной города есть. Да, я согласен. Пока я согласен, но там есть мятежные города, которые можно захватить. Эх, тут уже все уже сделали. Готовы заместь меня. Паруса. Ставить паруса. Задание я не выполню. Ладно. Перемирие Галия против дом Юлиев. Блять, ну нам они мешаются, пиздец. Значит, давайте кораблями, что ли? Нанять корабли. Один корабль, я думаю, достаточно будет нам вообще.
худший. Агент у нас появился. К вашим услугам. Иду. Иду. Ходы сделаны, господин. Ходы кончились. Я хочу сюда пройти. Постройка завершена. Замечательно. Тут строительство будем вести. Строительство заниматься. Так, конюшня. Понятно, все здесь. Это еще сельское хозяйство. Еще поднимем раз. Здесь все строительство идет. Наем войск у нас идет. Только ну надо здесь побольше нанять. Тут вообще-то все занято. Давайте здесь, может, наймем тебя опять. Два ход будешь делать. А здесь что? Ну, гастаты здесь наймем, фиг с вами. Так. Сенат. Че сенат? Административные чиновники надразивают за улицами, храмами и жилыми квадратами в городе за доставку стратегических запасов зерна. Чего, бля? Хуй поймешь, что они хотят. Непонятно. Ну что, пропускаем код. Там все корабли будут делать. Только мы, конечно, своего дипломата не ходим. Так, агент. К вашим услугам. Тут этот так сидит? Не, не сидит. Не, бля, сидит, пидорас. Вот тут они город захватили. Ходов больше нет, пиздец. Ходы кончились, господин. Император! Так, путь понятно. Дипломатический совет. Следующая фракция объявила в своем союзе. Британия. У галов уже следующая фракция объявила перемирие. Ну, эти греков, которые мы как-нибудь тоже поиграем. Будет так, гастат у нас появились, так, строительство у нас дофига всего, тут рынок. Так, что у нас здесь? Улучшенный порядок, вызванный счастью народ. Давайте вот это построим здесь. Здесь у нас строительство. Конюшни будет. Здесь у нас будет дорога. Все. Свадьба у нас произошла. Да, он женился тоже. Очуменно просто. Что творится, хуй поймешь. 37 лет, 21. Нихуя себе. 17 лет ты ее ёбнул, может. Пиздец, семья тут огромная будет у Юлиев в ближайшее время. Полководец! Корабль. Готовы поднять паруса. Сюда. Туда доплыть невозможно, капитан. Да, капитан. Приказы? На борту! Ставить паруса! Это и кончились, господин. Блять, Гарри, что тут делать здесь? Армия-то у них есть? Агент у них здесь есть? Ёб твою мать. Они агента меня отправляют. Готовы поднять паруса. Да пошли в жопу, не буду ничего блокировать, нахуй. Ставить паруса! Да-да, капитан. Да-да, капитан. Да-да, капитан. Да-да, капитан. Флот не может доплыть туда. Ставить паруса! Все, окей. Так, окей, что у нас дальше будем делать? Здесь мы строительством не можем заниматься, тут уже 500 человек. Мы там уже армию можем нанять. Блядь, ну если, конечно, мы тут... Так, что у нас вообще-то здесь есть? Давай тебя. Император? Сюда отправляем. Господин! На всякий случай. Тебя сюда отправляем.
ходов больше нет, господин. Нанимаем тебя здесь. Нанимаем тебя здесь. А тут собаки. Господин! Вперед! Пока так. Ходов больше нет, господин. Так, все, пропускаем ход. Нахуй засаду, блять. И чё, ушел что ли? Да, хозяин. Секретность гарантирована. Да, здесь есть город, который надо захватывать. Все на берег! А, прошли, мы взяли город, называется. В атаку! И тут везде галя. Следующая фракция сейчас воюет между собой. Британия и Германия. Следующая фракция разорвается с Германией и Галия. Замечательный брос. Это у нас армия, которая появилась. Это строительство. Кузню строим. Дороги построим, значит, давайте... Ну, давайте вот это построим здесь. Все, да? Да, все. Совершенно это делится, Юлий у нас появился. Итоги по деньгам. Блокаду порта. Но я мог бы успеть. Ну, блядь, увы, нет. Так, что у нас? У нас здесь армия есть. Господин! Идешь сюда. Приказы? Идешь сюда. Но больше всего повреждений у нас город получит этот. В пути. Ходы сделаны, господин. Бля, пиздец, городок хоть бери, как хочешь, ё-мо. Приказы? Да, сколько у нас времени? 27 минут уже прошло от серии. Значит, что у нас будет? Так, строительство здесь, там осада. Бля, вот это мне не нравится, что тут корабль, бля, плавает. Так, посол наш. Ваша честь. Идёшь сюда. Сейчас же. Без промедления. Это что за, блядь? Давайте по дороге пойдем, что у нас здесь. Хозяин? Пропускаем код. Бля, забыл по поводу этого корабля, надо было отправить бы. Нихуя себе тут вулканы, блядь. Сейчас мы это узнаем. По поводу всего вулканов всех этих. Так, лимит времени 10 ходов. Сенат просит вас взять это поселение в обеим империи. Вот это что ли? Приказы? Я так это и делаю. Готовьтесь к бою! Так. Осаждаем поселение, господин. Дипломические... Поселение в осаде, господин. Так, следующая фракция объявили свой союз. Это фракция Фракия Скифия, Фракия Дакия. Понятно все. Строительство завершено здесь и здесь. Да, колонизацию здесь построим им. Здесь тоже сам колонизацию построим. Все замечательно просто. Так, извержение Энты. Это вот это, да? Бля, пиздец. Повезло им, нахуй, охуеть как. А как они вот так? У них вот тут город есть, да? Бля, у нас бунтовщики появились. Это их уничтожить будет. Вот тут город есть. И им эти еще два города дали, да? Нихуя, у них, нихуя армия у них, блин, пиздец. Город растет у нас какой-то, блядь, пропустил я, какой город у нас растет.
Так, окей. Ты, да? Нет, нихуя. Вот город. Тебя будем строить. Похуй, что там было, так. Это еще нет, но в следующем ходу он может уже подняться. Что у нас по финансам-то вообще хуёво? 6 тысяч, вообще тут минус-минус. Тут минус, а тут плюс-плюс один. Фиг поймешь. А что нам дворец это приносит? Разрешает обучать крестьян, разрешает наймить дипломата. И все? Больше нам он ничего не дает, да? Очень жаль. Ну давайте наймем на всякий случай тут еще гастатов. И агенты здесь. Все, дипломат у нас здесь. Здесь находится. Ты кто у нас такой? Да. Ты немец. Понятно. Вот да, они здесь находятся. Я куда-то убежал. Ну ладно, побежай сюда. Ваша честь. Посмотрим, ваша что честь. У нас тут вообще. Тут немцы. Они немцы ходы пока в данный момент. А вот это можно город захватить себе. В данный момент моя армия находится здесь. Мы можем вторую собрать. Постараться потихонечку. Ну ладно, посмотрим, как все будет. Так, агент там у нас будет создаваться. С этим агентом мы, я думаю, туда и пойдем. В пути. Бля, хорошая армия у них там идет. Члены семьи, блин. К вашим услугам. В пути. Секретность гарантирована. В пути. Тут армия как есть у него. Ну ладно. Что мы будем делать? Мы будем заканчивать эту серию. Увидимся в следующей серии. Других прохождений. Всем удачи вам и пока.